Владимир Лукич Боровиковский родился в 1757 году на Украине, в небольшом городке Миргороде. Отец его был не только старшиной местного казачества, но и талантливым иконописцем. Именно от него будущий художник получил первые навыки живописи, а вскоре и сам вплотную занялся написанием картин и икон. Однажды царские портреты его кисти попались на глаза Екатерины II. Императрица польстила то, как художник изобразил ее и Петра I. Похвала государыни открыла Боровиковскому дорогу в Петербург. Позднее художник не раз напишет императрицу в самых разных образах и обстоятельствах, в том числе и на прогулке. Портрет выполнен в духе сентиментализма и изображает Екатерину II в непривычном для парадных портретов представлении, степенно прогуливающуюся по парку в плаще и скромной шляпке. В полумраке на дальнем плане можно заметить пристань со сфинксами и плавающих в озере лебедей. Боровиковский неоднократно наблюдал, как императрица не спеша прохаживалась вдоль парковых дорожек. Однако моделью для портрета послужила не она сама, а ее камерфрау Мария Савишна Перекусихина. За спиной Екатерины виднеется Чесменская колонна-памятник, символизирующий силу и славу русского флота. На картине государыня предстала без каких бы то ни было атрибутов власти, в образе простой помещицы, какой и хотела казаться на склоне лет. При этом Екатерина все так же полна достоинства, и в ее фигуре и жестах хорошо считывается величественность. Кстати, на посох императрица опирается не случайно. Как известно, она страдала ревматизмом. Увидев готовую работу, самодержица не испытала того восторга, на который рассчитывал Боровиковский. Картину она не приобрела, да и ученого звания художнику не пожаловала.